В сети появились кадры с обитателями заповедника Костомукшский. Ролик выложил в соцсети гендиректор карельского Акатоша Максим Воробьев. Предприятие предоставило заповеднику несколько фотоловушек, с помощью которых ученые наблюдают за животными. В объектив попали звери, обитающие на севере Карелии. Животные отдыхали и грелись в лучах солнца. Сначала на берегу водоема побывали лоси и олени, потом медведица с медвежатами. А после в кадре появился и молодой медведь. Косолапый заметил фотоловушку и решил потрогать непонятный предмет. Последний на видеозаписи можно увидеть рысь.